Глава региона встретился с председателем Российской ассоциации производителей, поставщиков и потребителей алюминия Валентином Трищенко. В республике проходит очередной семинар по развитию индустрии металлообработки. Очень интересная тема, актуальная тема, востребованная тема с учетом предъявленных санкций. И огромные слова благодарности от нашего предпринимательского сообщества, от наших жителей за доверие проведения этого форума. Вы, вот как настоящий патриот Российской Федерации, технарь, инженер, знаете изнутри, как нужно правильно использовать просто алюминий для того, чтобы обеспечивать и качество, и в строительстве, и в агропромышленном комплексе. Количество потребителей 13-го элемента увеличивается, но необходимо наладить и глубокую переработку алюминия для автопрома, строительства мостов и теплиц. Видим вашу заинтересованность в том, чтобы и дальше развивать потребление и изготовление из алюминия всевозможных изделий, конструкций, потому что алюминий – это металл вообще-то востребованный в будущем. На первый план выходят и вопросы развития компетенции обработки алюминия. Михаил Игнатьев отметил, что необходимая учебная база в республике создана. На уровне среднего профессионального образования, высшего профессионального образования на сегодняшний день у нас результаты хорошие. Межрегиональный центр по компетенциям у нас работает. И где-то на бюджетной основе, я своим работодателям говорю от спроса на рынке труда, я говорю, заказывайте, даже на бюджетной основе, когда мы набираем по разным отраслям квоты кандидатов на учебу абитуриентов, мы можем здесь корректировать. Это по нашим полномочиям. На базе Чувашского госуниверситета уже работает центр апробации новых методов сварки. Его партнерами выступают крупные заводы. Передовые способы обработки металлов применяют на предприятии по выпуску танк-контейнеров. На семинаре, который проходит в республике второй год подряд, производители готовы поделиться наработанным опытом. Мы покажем в воде, то есть как происходит, можно применять уже на своих производствах, на своих заводах. Используя этот алюминий, мы не как сырье металл должны продавать, а готовые продукции. Встречаясь с вами, обсуждая разные интересные, полезные вопросы, мы по содержательной части договариваемся, и эти договоренности у нас выполняются. В стране сейчас разрабатывают и национальные стандарты обработки алюминия. Главная задача кооперации производителей, поставщиков и потребителей – нарастить выпуск импортозамещающей продукции. Дмитрий Ковалев и Александр Петров, Республика.